В Иловайске, похоже, решили ни на шаг не отставать от Харциска в деле улучшения дизайна городского пейзажа. В минувшую пятницу на одной из центральных улиц города был торжественно открыт арт-объект, который призван выразить искреннюю благодарность иловайчанам, людям пусть и не самой престижной, но такой важной для города профессии – профессии дворника. Двухметровую бетонную скульптуру установили на улице Первомайской, как раз у входа в контору Иловайского коммунального предприятия «Бион». В образе дворника легко узнается персонаж известного советского мультфильма «Пластилиновая ворона» – веселого простодушного мужичка в шапке-ушанке, фуфайке, валенках и, конечно, с метлой. Все, кто увидит, все улыбаются. Значит, улыбка на целый день. Мы не только подметаем и даем уже улыбку. Вам, коллеги, подчиненные, всем здоровья, выдерживать и каждый день делать свое дело, чтобы наш Иловайск был лучше. Спасибо за работу. Спасибо. Идея установить в городе арт-объект в знак уважения к профессии дворника принадлежит руководству администрации Иловайска. Мы все забыли о том, что все профессии нужны, все профессии важны. И дворник – это тот человек, которого мы не видим, но его труд мы наблюдаем каждый день. И как-то вот в последнее время профессия дворника была так, мягко говоря, затерта. И дабы поддержать престиж профессии, дабы отблагодарить тех людей, которые заботятся о нас, о наших дворах, о нашем городе, решили поставить вот им такой веселый, собирательный образ дворника. Разговоры об установке в городе бетонного дворника велись в горадминистрации еще весной, отмечает Сергей Муковнин. Но выделить деньги из местного бюджета возможности не было. Оставалось надеяться на помощь спонсоров. К удивлению чиновников, предприниматели, готовые оказать необходимую финансовую поддержку в реализации необычного проекта, нашлись достаточно быстро. Изготовили данный памятник в городе Докучаевске наши хорошие друзья. Есть там скульптор. Он нам помог воплотить нашу идею. Почему именно этот дворник? Ну, как бы из нашего советского прошлого мы помним, и это было показано в мультфильме «Пластилиновая ворона», что дворник – это такой добрый дядька, который может наставить, скажем так, на путь истинных хулиганов дворовых, подскажет, что не так, поухаживает за нашими дворами. Сделать его серьезным, ну, серьезно, это было бы немножко не то. А вот такой веселенький дядька юморной, это вот наш план, который мы воплотили в жизнь. Сегодня за состоянием улиц и дворов в Иловайске следят 24 дворника. На торжественном открытии скульптурной композиции лучшие работники коммунальных предприятий города были отмечены благодарственными письмами, для вручения которых в Иловайск приехал министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец.